Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я хочу вам предоставить хороший вариант в районе Обагёль 2 плюс 1 в качественном проекте от застройщика Best Home. Квартира находится на среднем этаже. До моря максимум 300 метров. Хорошая локация этого района. Есть открытая территория здесь, открытый бассейн, зелено ухоженная территория и открытая парковка. Первая спальня. Квадратных метров в этой квартире минимум 95, полезная площадь. Высокий потолок. Сейчас глянем. Хорошая прихожая, теплые полы. Где именно? В санузле сейчас я увидел. Ну, кажется, везде есть теплый пол. Один санузел большой. Большая душевая кабинка. Вытяжка. Проект был сдан в 2010 году. Родительская спальня. Высота потолка 285 сантиметров. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника, вся фирма Бека. Освещение. Так. Кондиционер Троник. Телевизор Бека. Квартира подается под ключ. Зеленая территория, открытый бассейн, один огромный балкон. Здесь где-то 20 квадратных метров минимум. Вид на горы. Глазами все видно вот так, как вы сейчас видите. Рядом есть рестораны. Торговый центр Аланиум, метро и тому подобное. Подземный переход к песчаному пляжу. Кое-где есть плиты. Спускаясь вниз. Еще хочу показать фишку, что здесь есть кнопочка вызова лифта. Вызываем лифт. Квартира на среднем этаже. Так, потолок. Так, на этаже у нас 6 квартир. Такой коридор. Вместимость в лифт 5 человек. Спустимся на нулевой этаж. Тут ступеньки. Проект 2010 года. Воду уже спустили. Шезлонги, также есть зонтики. Такой фасад здания. Есть генератор. И открытая парковка снаружи. Айдат здесь, как я понимаю, 40 евро. А цену квартиру скажу в комментариях или напишите на WhatsApp, Telegram, Viber. Порой цены меняются из-за этого сейчас, на данный момент. И вот там море. Даже не 300 метров, 220 метров максимум. Вот машину я вижу. Все, с вами Агаси, Солнечная Алания, район Обагёль.
Всем пока-пока.